друзья, вот они пилоты. Вот они, эти люди, которые будут сегодня показывать вам крутейший парный трик. Ну пошумите, люди! Радует, несмотря на не очень прогноз. Итак, сегодня представители четырех стран, естественно, Беларусь, Литва, Россия и Украина, здесь сегодня собрались в Пинске, чтобы показать крутейший дрифт, на который они способны. Первый этап чемпионата Беларуси, напомню, что их будет 5. Следующий этап пройдет 4 июня на территории аэропорта города Могилева, поэтому ждем вас там. Итак, наверное, пройдемся по пилотам, возьмем небольшое интервью, и ребята расскажут вообще, что они тут делают. Отлично. Ну что? Отметить, отличная раскраска и вообще рисунок на двери. Мне очень нравится. Подойдут пилотам из города Вильнюса, я так понимаю, да? Литва. Впервые они у нас в качестве пилотов принимают участие, насколько я помню, а я помню всех, кто на протяжении последних 8 лет ко мне ездит. Кедемина Зиванаускас, команда Side to Side, ваши аплодисменты. Скажи про свои ощущения. Вы вчера, конечно, приехали чуть-чуть опоздав, потому что граница, много вопросов. Покатались, прошли квалификацию, неплохие результаты. Какие у тебя ожидания? Что нового ты для себя уже увидел? Что нравится? И для нас также важно, что не нравится. Самое главное – это люди. Здесь люди все улыбаются, все очень добрые. Я очень благодарен, что нас пригласили, мы здесь участвуем. И если откровенно, этот бест-шоу самый высший класс. И думаю, что в следующий раз, и еще после следующего раза мы будем приезжать и участвовать. Наша команда Арна Дарвис, и очень хорошо здесь чувствуемся. Так, как дома? Еще я знаю Гедемина Сливицкас, член нашей команды, да, он принимал участие пару лет назад, в Гродно приезжал, хороший скилл у него, хороший пилот, у него с автомобилем что-то случилось, да? Следующие выходные будет этап в Латвии, в Риге, и он подготавливает свою машину, то есть был тест-драйв, поломался кардан, и он сейчас как-то думает, чтобы машина была на пикернее. Все ясно, удачи вам, Бикернеки, легендарная трасса уже, можно сказать. Арнас говорит, я не говорю по-русски. Так и скажи, я не говорю по-русски. Не супранто, да? Окей, Арнас не говорит по-русски, но хочу отметить, что очень крутой стиль вождения у него. Он удивил нас именно агрессией, постановкой. С этим все в порядке. Неплохие результаты в квалификации. Пожелаем ему удачи в парных заездах. И я понимаю, что мы увидимся еще в Могилеве, правильно? Кстати, там совпадает наш дата, но будем смотреть, будем стараться. Смотрите, смотреть нечего, нужно приезжать. Все, еще раз, ваши аплодисменты, да. Продолжай. Идем дальше. Симоненко, Альбус. Ростислав Панфилов, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, V8 Madness. Слава, ты не первый раз у нас, как участник белорусского чемпионата, участник чемпионата Восточной Европы. Свои ощущения расскажи. Очень нравится белорусский чемпионат, своей дружеской атмосферой, очень крутыми людьми, хорошими, отличными пилотами. Поэтому решил начать свой третий сезон с посещения первого этапа белорусского чемпионата и посещения города Пинск. Ну что, Пинск, реагируйте более живо, пожалуйста, удачи и слава тебе. Переходим к нашим белорусам. Банда Дрифт Легион, Валентин Бородавка. Мы вначале, когда решили брать интервью у всех пилотов, как обычно. Артем сказал, я же, ну ты веди, потому что ты больше знаешь. Я говорю, у Валика возьми сам. И в этот момент Валик у меня спрашивает, а что у меня будут спрашивать? Валик, как дела? Отлично. Как ездится? Уже лучше. Что значит, что уже лучше? Ну, я первый приезд в мире, и сначала так было, а сейчас...
Слушай, ну ты в топ-16, это же круто. У Валики каждый раз как первый раз, понимаешь? Это всегда. Прикинь, если бы у тебя каждый раз был как первый раз. Ты был бы счастливый человек, а Валик грустит. Я был бы очень быстрый, Ай. Я как будто сейчас такой ты. Понимаешь? Я спрошу у Вали. Продолжай. Давай. Скажи, куда мы сегодня едем? На подиум. Правильно. Правильно. Это нужно нас. Это какой-то местный клуб в Пинске, да? Подиум называется. Не-не-не. Меня возьмут. Если в Пинске есть клуб, называется Диалог. Окей. Поговорить. Итак, Валик, скажи, пожалуйста, как вообще, готов ли Корч вообще к этому сезону? Полностью. И ты готов? И я. Мне так нравятся твои неодносложные ответы. Валентин Бородавка! ВБС Сбербанк! Итак, еще один представитель Дрифт-легиона, Юра Перепечко. Юра, ты в прошлом году не особо радовал, не скажу, что ты вчера прям порадовался. Сделали ты работу над ошибками, насколько серьезно ты готовишься к этому сезону? Понимаешь, что нужно работать лучше и ехать круче? Я бы сказал, в прошлом сезоне я не то, что не особо радовал, не особо участвовал. Половину сезона пропустил. На этот сезон планы больше, буду участвовать во всех этапах. Работу над ошибками делаю, буду стараться. Ну что, пожелаем тебе, чтобы ты в Могилеве прошел топ-16. Итак, Бородач. Бородач на зеленом цыпленке. Ничего не нашел там, а уже нашел вот подряд. Андрей Мазин, наш авансмент, 350Z Roadster с мотором V8. Скажи, с машины что делалось, как, что нового ты пытаешься с ней сделать? Потому что она вот тяжеловата всегда была, да? Скоростные трассы ей не совсем подходят, хотя здесь, в Пинске, ты можешь показать хороший результат. И, насколько помню, в прошлом году было достаточно высокое. Четвертое место, нет? Что-то такое. Настрой есть? Конечно. Все очень плавно, правильно. Чесал бороду. С машиной что-то делаешь, мисс Сезон? Ну, обычно делаю какую-то магию, чтобы она ехала быстрее. Мы решили просто привести ее в порядок, потому что за сезон она вся разбилась, и переключались передачи, и болталась от веса, то есть мы все установили, и все было четко. Вот не едешь, я рад. Осталось пока достать ее. Ну что, удачи тебе! Будем болеть! Следующая команда, команда, мне кажется, у этого человека больше всего фанатов всегда собирается, это пилот из города Гродно, команда Ликвиво, летим на аплодисменты! Другой, потому что у нее две машины, а он один. Это как две жены было, знаешь, одна на кухне, другая не на кухне. Какую из них ты больше любишь? Больше люблю Nissan. И сейчас BMW уволилась и ушла. Это, наверное, знаешь, больше любишь Nissan, но она какая стерва, да? Она вот прямо с ней бороться нужно. А BMW более покладистая, типа готовит хорошо, вкусно. Так есть. У тебя в межсезонье, я знаю, что практически это новый автомобиль, хоть выглядит так же. Полностью поменяли моторы, все. Еще, по-моему, не стоит новый редуктор, но должен стоять. И вчера на тренировках, и в том числе в квалификации, получалось не очень. Это как заново нужно выстраивать отношения. Сегодня уже лучше? Сегодня лучше. Дело в том, что Пинск у нас классически неудачно обычно выстраивается. Но вот сегодня мы, по крайней мере, едем. Два автомобиля на ходу, что обычно мы ломаемся. Одна, вторая. Вчера квалификация проходила на Ниссане, боролся с ним. Сегодня чувствую увереннее себя и буду продолжать ногам. Ну что, Димон, удачи тебе, ты всегда показываешь крутые заезды в лиске. Вице-чемпион 2017, Дмитрий Нагула. Итак, Алексей Манчукевич, Red Sun Team. С спонсором второй год подряд Леста, да? Антифриз. Ты просто охлаждаешь, Леста, окей, будем по-эстонски говорить, Леста. Леша, ты тоже готовил машину, я видел, вы блог снимали, молодцы, это можно пример ставить, потому что вот работа в межсезонье с аудиторией, это очень круто. Что нового? Насколько стиль управления машины поменялся? Хватает ли тебе уже мощности? И вообще, как у тебя настроено, насколько ты готов? Чего, что ты не двигался?
Ну, то, чего я хотел, я добился в межсезонье, построил новый мотор, новый сетап по редукции. Машина едет и подходит, это самое главное. Проработал немножко над весом, и это дает свои результаты. Мне все нравится. Ну что, давай, я тебе уже говорил, скорость быстрее, ближе и наваливай. Ваши аплодисменты, Алексей Манчукевич. Я тут иду и думаю, обрез тут есть! Как минимум, один есть. Коля, давай, Борис Меленкевич, в новой раскраске с новым спонсором ВД-40. Быстро. Да, конечно. За сегодня, можно сказать, вроде. Если вчерашняя стена не будет меня заниматься, или я ее заниму. Так все хорошо. Ну, я надеюсь, что ты все ожидания, которые брестские ребята на сегодня возложили, потому что из всей брестской банды сегодня ты один. Руслан Курлович в зрителях, Женя Лазева тоже не видел, и всю остальную банду. Удачи еще раз. Подожди секунду. Буря сегодня со своей дочкой. Тебе нравится, как папа ездит? Она говорит, да. А как папа ездит? Не стесняйся. А, нормально, застеснялся. Ничего страшного. Поаплодируйте Борису. Давайте пожелаем ему удачи. Кирилл Радченко. Постоянный участник белорусского чемпионата на протяжении многих лет. Третье место в прошлом году на первом этапе. Я прав, да? Автомобиль перестроен полностью. Выглядит намного лучше. Более симпатично. А там есть 90E30 BMW, да? Кирилл, есть разница в ощущении управления машины? Что лучше, что хуже? Нужно ли к чему-то привыкать? И готов ли ты к своим близким заездам, которые можешь показать? Машина стала намного лучше, едет быстрее. И можно об этом судить по результатам вчерашней квалификации. Поехала быстрее, главное не бояться ехать близко, вот ее уже опять надо перекрашивать. Но мне нравится, когда она блестит, я думаю, что зрителям тоже. Спасибо. Ну что, удачи тебе, ты скорости бояться точно не будешь, и заезды будут близкие. Ну и так, подходим, наверное, к главной сенсации сезона 2017, потому что в составе команды G-Drive Печанин, новичок 2016, Денис Крещевский! Поэтому пожелаем Денису удачи. Проходим дальше. Еще один представитель команды G-Drive. Насколько я знаю, планируется, что все этапы в составе команды мы тебя увидим. В прошлом году ты здесь занял второе место. Готов ли ты навалять Сергею? Отомстить? Аркадий Цареградцев из далекого Красноярска! Отличная погода сегодня, и хоть мы все боялись дождя, думали, что придется ехать медленно, некрасиво, неэффектно, все-таки погода сжалилась над нами, все-таки, видимо, и погоде нравится наш дрифт, тот, который мы делаем. Поэтому постараемся сделать сегодня самые лучшие заезды, на которые мы только способны. Хотелось бы поблагодарить организатора за то, что делает этот чемпионат, лично Олега Симоняна, который всегда, как он говорит, рад меня здесь видеть. Я ему, конечно же, верю. Спасибо большое Сергею Саку, который в очередной год, или второй год подряд уже пригласил меня в состав команды G-Drive, и я рад быть ее частью, ее пилотом. И большое спасибо нашему новому участнику Денису Ключевскому, который предоставил мне вчера автомобиль для квалификации. У меня вчера день складывался не очень хорошо. Он состоял из поломок в основном, поэтому пришлось квалифицироваться на его машине. Но сегодня мой автомобиль готов, и я сам готов и полон решимости занять как минимум призовое место. Буду скромен. Хочу сказать, что на автомобиле Дениса Клещевского без вообще прогрева ни разу не сев за руль, за него первый раз сел, первое место в квалификации. И автомобиль был предоставлен согласно всем пунктам регламента, поэтому если у кого-то вопросы. Итак, большие аплодисменты, Аркадий Цареградцев. Проходим дальше. Где у нас тут
самый главный, чемпион 2016, команда G-Drive, Сергей Сак. Я думаю, вопросов не буду задавать, ты сам все скажи. А что тут говорить, все уже заждали, все хотят гонки, все хотят дыма. Пинск, здравствуй. Спасибо огромное, что вы пришли. Невзирая на прогноз погоды, должен быть дождь, но трибуны забиты, я думаю, будет полностью до конца. Я хочу поздравить вас с открытием сезона, это для нас огромное событие. Ну, нам очень приятно видеть такую поддержку, столько людей. Очень приятно видеть, что люди болеют за нашего сокоманника Дениса. Мы также за него болеем и, наверное, переживаем даже больше, чем за себя. Что касается на машины, если кому интересно, в двух словах, на этот сезон у нас новый сетап. К сожалению, испытываю некоторые трудности, но мы прикатываемся, это обычная практика, поэтому все будет круто. И уже хочу закончить, чтобы быстрее начать раздать здесь дыма. Мы все с вами. Спасибо огромное. Ну что, удачи Сереге. Желаем хороших заездов. Я сейчас попрошу всех, кто в техническом парке, прийти сюда. Всех парке, всех, кто есть сюда, приходите, пока я представлю следующего пилота белорусского чемпионата уже не один год подряд. Город Санкт-Петербург. Evil Empire. Сергей Леонидович Комарги. Ваши аплодисменты. Серега, я знаю, что ты нас любишь, и это очень взаимно. Ты как бы и по публике знаешь. У тебя в прошлом году косяк был с машиной что-то, да? Сломалось в Пинске, не получилось. Сегодня тоже уже был контакт. Вы уже успели заменить заднюю подвеску. Но он показывал очень крутой заезд. Кстати, второе место в квалификации. Очень классный заезд был. Громко, быстро, агрессивно. И парные тренировки тоже на высоте были. Ты вообще готов? Привет, Пинск. Я, конечно, готов всегда. Единственное, что если техника не подведет, то мы попробуем здесь шоу сделать нормально для вас. Вот. Ну что, могу сказать, что любим мы вас. Специально ездим для вас. Удачи всем пилотам. Ну, говорит Сергей, как ему нужно ехать, я не буду, потому что он всегда ездит на максимуме. Иногда даже переступая за грани этого максимума, как это было в Логойске. Давай, сделай сегодня красоту, удачи тебе и... Порадуй нас. Друзья, все люди, которые находятся в техпарке, все механики, все абсолютно все, кто помогает пилотам жить, дышать, выходить сюда, вас должны тоже видеть в лицо по причине того, что я постоянно говорил о том, что в техпарке происходят какие-то невероятные вещи, потому что команда это не один пилот и автомобиль, а это именно те люди, которые крутят, вертят. Сергей Кремец, что-то у него там выжимной. Итак, начнем с Андрея. Расскажи вообще, у тебя 2 года были не самые лучшие времена, непонятно, что творилось. Сейчас относительно новые какие-то вещи в машине, ты привыкаешь снова, ощущения свои, доволен ты, недоволен. У тебя новый спонсор, тест-тур, значит, ответственность. Как ты настроен на этот сезон? Настроен я всегда по-моему, когда не останавливаться. Это наша жизнь, испытания, идем дальше, не останавливаемся. Главное не останавливаться. А спросил механика, сейчас машину сделаю и продолжу участие свое. Ну что, окей, давайте, ваш аплодисменты, Андрей Пискарев. Сергей Кремец, первый раз в Пинске, хотя весь чемпионат прошлого года откатывал, остальные этапы, по-моему. Команда No Motors, город Киев! Давай вопросы задам. Ты проездил весь прошлый сезон практически, и у тебя есть определенные какие-то ощущения, замечания. Как тебе нравится? Нет, в этом году, знаю, также планируете, строите новые машины. У тебя в команде 2 новых пилота. Это Александр Косогов и Максим Миллер. Представляете, он приехал в Бресте в прошлом году, в G-Drive проехал разок. Это организатор украинских очень крутых ивентов. 2 июля, кстати, можете ехать в Киев, Чайка, я там буду в том числе, будет очень круто. Это недалеко. Но он сегодня просто отдыхает, машина не готова. Расскажи про планы вообще на этот год. Всем привет.
прошлом году мы ехали весь чемпионат. В целом очень понравилась, хорошая организация. В этом году уже заявились новые команды. У нас 3 пилота, как сказал Айк. В целом готовим машины, едем официально в этом году чемпионат Беларуси. Зачет. Машины подготовили более мощные, сделали выводы. Готовимся к сезону. Ну что, удачи вам, ребят! Из Киева есть что сделать до шума! Из Украины! И нам один Миллер с батона такой. Ну, техпарк сюда не хочет идти, это их проблемы. Все маршалы, главное, чтобы сюда. Да, мы тут сделали сюрприз, это мейнстримная штука, только ленивый это не сделал. Да. Да? Не так что, может, сделаем? Просто потрогал. С позволения Айка скажу следующее. Мы можем считать первый чемпионат Республики Беларусь по дрифту в городе Минске открытым! Все пилоты, вот все пилоты меня видят, подойдите ко мне, пожалуйста, сюда. Все пилоты приходят сюда.